Внимательные зрители программы «Автостоп» жалуются. Почему, Алексей, у тебя нет плохих автомобилей? Все они хорошие. Ну, я вам сейчас объясню. «Автостоп» рассчитан на умных людей, поэтому отвечу умно также. А вы сами подумайте, кто в Магнитогорск привезет плохие машины и кто их будет показывать. Конечно же, машины хорошие. И бизнес у нас нормально, гармонично развивается. И «Дзумир Мак», что на «Ленина 95Б» привозит только хорошие машины. И вот этот автомобиль. Модель 2007 года для любителей, скажем так, ну, почувствовать кайф свежей машины и порадоваться. И другим показать, что вы можете себе позволить ездить на новинке Opel Antara. Скажем так, эксперименты Opel были с внедорожниками. И Opel Frontera искал популярность. Ну, рамный автомобиль, широкая гамма двигателей. Ну, время прошло, и примерно через, не дай бог соврать, 12 лет, в этом году решено было сделать и кроссовер, спортивный кроссовер от Opel. И получился он с названием Opel Antara. Машина меня поразила. И я вам так скажу, этот автомобиль, ну, является прямым конкурентом. Кому, опять же? Ну, допустим, Toyota RAV4. И еще многих он может подвинуть. Знаете почему? Потому что цена, ну, скажем так, 970, ну, и варьируется. И при этой цене здесь широчайшая и богатейшая комплектация, такой, которой, кстати, не могут похвастать другие автомобили. Внешний вид и дизайн – это современно все. Достаточно классные аэродинамические формы и стиль. Да, сегодня в моде обтекаемые формы для кроссоверов. Что касается внутреннего убранства, то я бы так сказал, Opel перепрыгнул, скажем так, рамку автомобилей для народа, сделал автомобиль, ну, скажем так, с заявкой на сегмент премиум, при этом по абсолютно народной цене, кстати. Что для сегмента премиума? Теперь внимание, давайте перечислите и заедьте в ближайший автосалон и подумайте, есть ли конкуренты. Электронная начинка, это включается ABS, система стабилизации, система помощи при спуске, соответственно, можете ее и выключить, если захотите. Система противоскольжения, в общем, очень серьезный фарш и стиль. Кстати, я насчитал здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кругляшков, ну, дефлекторы, колодцы спидометра и 10 подушек безопасности. И вам еще и этого мало. Под капотом здесь стоит, 2,4, 140 лошадиных сил. И при этом, знаете, вот опелевские двигатели, они меня радуют чем? Так вот, тем, что детище Адама Opel совместило в себе лучшие особенности бензиновых двигателей и потрясающую мощность, ну и крутящий момент дизельных. Ну, вот такой получился движочек. Позволяет вам гонять. И, кстати, в будущем здесь будет и дизель, будет, соответственно, и 3.2. Ну и в довершение к всему автомобиль комплектуется как механической коробкой пятиступенчатой, так и автоматом. Причем автоматом с возможностью, ну, выбора режима переключения. Хотите погонять побыстрее, переключайтесь. Климат-контроль здесь тоже по умолчанию. И плюс ко всему, автомобиль утилитарный. А утилитарные свойства этого кроссовера мы протестили на всех парах, на башкирских парах. Нет, конечно, лезть туда, где отрываются мосты и тонут луазы, мы вам на Антаре не советуем. Но прокатиться на природу в джипике, по наворотам Лексуса и с ценой полноприводного седана, не трешки от BMW, конечно, но Legacy от Subaru, вполне реально. А пока вы наслаждаетесь этим драйвом, параллельно обмозгуйте приятные условия покупок автомобилей компании Dzumir Mach. Итак, приобрели Chevrolet Aveo или Viva, вам сертификат на доп. Оборудование на 5000. Opel Zafira увеличивает бонус еще на пятерочку, итого 10. А Vectra принесет уже 15, которые можно потратить на дополнительную сигнализацию и иммобилайзер. Обязательные в случае с каско. И главный секрет – потрясающая успешная реализация автомобилей в Dzumir Mach. Кроме работы с автостопом, разумеется.
Это акция GM Finance. В чем ее суть? Совместная программа General Motors и Альфа-банка по кредитованию автомобилей. Opel Astra, Opel Vectra, Opel Meriva и Opel Zafira. 0% первоначальный взнос и 0% переплаты за автомобиль. Финансовые менеджеры торгового дома Jameer Mack подробно проконсультируют вас по данной программе и помогут подобрать и оформить оптимально подходящий вам или для вас кредит. Предложение действует до 31 декабря, ну то есть Новый год можно провести и в новом автомобиле.